приветствую вас на канале Carlos Fishing TV. Меня зовут Евгений. Сегодня я поделюсь уникальным способом изготовления самодура своими руками. Все очень просто и быстро. Да, ребят, и не забывайте подписаться на канал, прожать лайк, нажать на колокольчик. Ребят, приступаем к сборке самодура. Навязал крючочки. Вот так вот надо привязать. Не кушку, а именно на цевье. Это очень важно. Берем наш люрикс. Две обычного люрикса и две ниточки светонакопительного. Берем поводочек наш. Одеваем кембрик. Одели вот кембрик сюда. Теперь люрикс. Надо зафиксировать, ребят, люрикс между ушком и леской. Вот так вот, ребят. И нагнули. Так, чтобы было видно. И одеваем наш кембрик. Все. Ребят, мы зафиксировали люрикс на крючке. Лишнее отрезаем. Первый поводочек получился. Идем дальше. Следующий, ребят. Приложили. Одеваем наш кембрик. Кембрик светонакопительный, ребят. Можно использовать просто флюоресцентный, красный. Ну, любой, который подберете. А, чтобы он плотненько на крючочек одевался. Так, видите? И перегибаем через леску. Раз. Подтянули. И натягиваем наш кембрик. Все, мушка готова. Идем дальше. Следующий. Одели кембрик на леску, перегибаем люрикс наш через леску и натягиваем. Натягиваем наш кембрик на крючочек. Люрикс, крючочек. Все очень просто, быстро. Не надо никакой дополнительный инструмент. Каждый может связать. И перегибаем. Отрезаем лишнее. Берем следующий люрикс наш. Равняем. Прилаживаем крючочек с поводком. Одеваем кембрик. Да, ребят, и кому нравится способ, нравится видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Так, перегибаем. И натягиваем наш кембрик. Аккуратненько, мушка, все ровненько получается.
одели кембрик и загнули наш люрикс на леску. И натягиваем кембрик. Подготовили. Вот кембрика нам нужно где-то миллиметров 5-6. И одеваем наш кембрик. Все, надели. Мушка готова. Так, вот мы очень быстро подготовили, ребят, 7 поводков для нашего самодура. Я их фиксирую на пенопласте. Вот таким вот образом. Зафиксировали, ребят. И сейчас надо покрасить наши головки. Я обычно там в розовый, в красненький крашу. Вы можете на свое усмотрение, в любой цвет. Можно и так уже ловить, уже будет ловиться рыбка. Но как бы с красненькой точечкой, как бы таким элементом, как бы я привык делать. Так тоже я ловил, в принципе, нормально. Берем лак, такой яркий. Взбалтываем. И наносим на наш мушку. Вот я на головку, где ушко именно. Лак фиксирует наш кембрик, проливает люрикс туда. Так, нанесли с этой стороны, переворачиваем наш пенопластик. И здесь, где не пролилось, подводим. Лак, когда зафиксируется, кембрик уже нельзя будет сдвинуть. Он уже будет зафиксирован. Классно. Ребят, наши поводки высохли. Сейчас буду крепить их на основной леске. Как я это делаю? Снимаем с пенопласта их. Пенопласт в сторону уже не нужен. Если это береговой, ребят, самодур, я обычно ставлю 0,3 леску основную. Нам понадобится самодур, мы вяжем на 7 крючков. Расстояние будет между крючками в районе 20 сантиметров. Нам понадобится где-то 1,70 м, 1,80 м лески, отрезок лески. Отмеряем. Вяжем петлю. Это верх самодура будет, который крепится к карабину нашей удочки. Все узлы нужно смачивать. Первый крючочек где-то будет на расстоянии 15-20 сантиметров. Берем, прилаживаем. Этот узел не едет на леске, очень крепкий. Уже не первый год, уже лет как 7 я так вяжу таким способом. Так, переложили, ребят. У нас две лески. И вяжем. Это сдвоенная леска вяжем. Раз и два. И затягиваем. Поводочек где-то 2 сантиметра я делаю обычно. Смочили. Затянули. Первый крючок у нас зафиксирован. Теперь отмеряем, на каком расстоянии у нас будет. До начала крючка я обычно 15 сантиметров. Раз. И два. И вместе это затягиваем. Обязательно смачиваем, ребят. На видео я это не делаю. Следующий. Раз и два. И затягиваем. Вот
лишнее откусываем. Очень быстро монтируется. Можно и короче поводки делать, но я привык где-то в районе 2 сантиметров. И расстояние между крючками где-то в районе 20 сантиметров выходит. И наш последний крючочек фиксируем. Раз и два. Все. Осталась петелечка. Петелечку где-то сантиметров 25-30. Снизу рекомендую и сверху ставить по карабинчику сверхлюжком. Как бы это обязательно. В моем понимании ставим карабинчик. Одеваю петля в петлю. Вот берем вот такой вот кусок сантехнической изоляции. Очень хорошо мотать на них. Но один нюанс, ребят, сейчас сразу покажу. Если, ребята, будете именно втыкать в изоляцию вот таким образом, будет сгнивать кончик после рыбалки. Я по-другому это делал. Я одеваю вот так. Так. Раз. И оно не спрятано. И наматываем. Не втыкаю в изоляцию. Будете втыкать, будет жало отваливаться очень быстро. Вот такой у нас получился классный самодур. Очень уловистый, проверено уже временем, не одним сезоном. Именно в такой комбинации работает безотказно. Ребят, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся на рыбалке.